Город Набережные Челны имеет широкую линейку выпускаемой продовольственной продукции. И мы крупные игроки не только на продовольственном рынке Республики Татарстан, мы крупные игроки и на российском рынке. Это антикризисный штаб Набережных Челнов. На встрече крупные игроки пищевого кластера «Автограда» говорят о том, с чем пришлось столкнуться в новых экономических реалиях. Руководитель «Камского бекона» Ленар Салахов уже испытывает логистические трудности. Выросли цены на импортные комплектующие и подорожали услуги IT-специалистов. Если мы платили, там, условно говоря, 80 тысяч рублей, то сегодня мы вынуждены там 130-150, там, ну, то есть и то это уже даже для нас, это для крупной компании очень много, то есть, ну, такие неподъемные цены. На Челны хлеб пока все стабильно, докладывают мэру руководства. Запасов зерна хватит на 2-3 месяца. Цену на хлеб держит, однако беспокоится из-за неоправданного роста цен на сахар, маргарин и растительное масло. Все это может отразиться на себестоимости продукции. К сожалению, есть перебои с поставщиками сырья, ну, проблема сегодняшняя не решается. То есть мы каждый день собираемся, анализируем текущую ситуацию и ежедневно принимаем какие-то решения. Агросила «Молоко» в сутки производит до 180 тонн продукции. Товар поставляют в города Татарстана, а также в Уфу и Москву. В марте производство выросло на треть. Однако возникли сложности с упаковкой. У каждого предприятия свои вопросы. Но самое главное – бесперебойное обеспечение населения продуктами питания. Самое важное, самое главное – сохранить коллективы, обеспечить, безусловно, выпуск нужный и важный для всех жителей и граждан города востребованной качественной продукции и в прямом, и в переносном смысле слова «вы наши кормильцы». Самое главное, что на сегодняшний день все предприятия говорят о том, что до полугодия, в принципе, у всех сырье есть. Никто не будет без хлеба, без молока, без мяса. Нынешняя ситуация может стать хорошей возможностью для развития бизнеса, уверено руководство города. А для решения индивидуальных задач власть открыта на разговор с бизнесом. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.